Итак, справа от меня боец в красном, в синем углу. Весовая категория 84 килограмма, рост 193 сантиметра. Ему 26 лет. Он является чемпионом Узбекистана по боевому самбо. Профессиональный рекорд. Одна победа, ноль поражений и ноль ничьи. Бойцовский клуб Окшер. Тренер Хантраев Мурат. Боевой псевдоним Белый Лев. Давран Ходжа Акрамов! И в красном углу боец весовой категории 84 килограмма, рост 83 сантиметра. Он представляет команду Кыргызстан Баткен, ему 26 лет. Чемпион Кыргызстана по ММА, призер мира по рукопашным боям. Профессиональный рекорд, одна победа, ноль поражений и ноль ничьи. Бойцовский клуб Айкуль Манас, тренер Амираконов Нургазы. Встречаем Тухтар Алиев Кубанич! Бойцы, в середину. Бойцы, поприветствуйте друг друга. Слушай, моя команда четко и ясно. Обои понятно? Затылок, позвоночник не пинаем и не бьем. Шорты, пикировку, сетку не хватаем. По моей команде стоп, прекращай задействие. Понятно было? По углам. Судьи, первый раунд! Боец готов! Боец готов! Время! Бой! Первый раунд! Приглашается Абдысатаров Ахджоу. Абдысатаров Ахджоу на награждение. Бойцы на середину. Абдысатаров Ахджоу. Об этом бою в первом раунде за 1 минуту и 1 секунду техническим нокаутом победу одержал Тухтар Алиев Кубанич.